Здравствуйте, это Народный патруль. Здесь мы взглянем на интересное событие из жизни города глазами очевидцев. А если вы запечатлели на видео что-нибудь любопытное, то делитесь с нами в WhatsApp 8-924-850-2662 и вступайте в группу Народный патруль. А мы начинаем. Богатое Охотское море привлекает не только обычных любителей спиннинга, но и энтузиастов покрупнее. Неизвестные лица организовали рыбалку в промышленных масштабах. Сети и ловушки расставлены далеко от берега, так что простым смертным приходится довольствоваться более скромным уловом. Вот так, ребята, смотрите, перегородили все море. Смотрите, не вода стоит. Конкретно, все переграждено. Это... Потом говорят, чтобы у нас рыба была. У нас не будет никогда рыбы, когда все перегородили. Смотрите, от того берега буквально идет все к неводу сюда. Да стой, давай сюда рядом пройдем, посмотрим. Он оттуда все перегородил, смотри. Смотрите, ребята, смотрите. Вот они доказательства, что у нас рыбы не будет, потому что они такие крутые все. И вот тут сейчас стоит тонны здесь рыбы стоит сейчас. А еще будет больше. Смотрите, что творится. Однако не все так печально. Об этом можно судить по обилию рыбаков на горняке. Горбуша идет полным ходом, сети наполняются быстро, а любители загара ловят редкие солнечные лучи. 9 июля. Горняк. Все, народ, все выпутывают, у всех рыба валом. Пошла горбушка. Ну, 9 июля. Жители Хасынского района немало намучились без автомобильного моста, который рухнул в поселке Стекольный. Целый год ушел на строительство нового, и все вроде бы хорошо, и даже состоялось официальное открытие, но по факту мост мертвый. Его перекрыли бетонными блоками, и лишь пешеходы могут пройти по нему. Вот это безобразие на Стекольном построили. И уже отчитались про мост, что они его сдали еще неделю назад. Как не было еще ничего, никто не ездит по нему. Ой, кошмар. Узенький. Да дури, просто. Просто. Это вот что-то просто, лишь бы был. Стыд, позор. Стыд, позор. Продолжаем наводить мосты. Хлипкая конструкция одного из них в поселке Ягодное не внушает доверия. Со временем дерево износилось, и каждый шаг по мосту отдается вибрацией. Своими опасениями поделилась жительница района. Вот он, этот черный мост. Сейчас по нему прошла. Кошмар, ходуном ходит. Все отошло, он все труха. Это кошмар какой-то. И никому нет никакого дела совершенно. Это ужас. Это хорошо, вот сейчас мало воды. А вот так вот весной, как было, сколько воды это, и все, он просто развалится, и будет идти ребенок, и все. Просто погибнет, просто погибнет. Никому нет никакого дела. Пока в сети спорят о кормлении голубей, чайки отлично себя чувствуют. Уверен, даже в твоем дворе есть стая пернатых, которая растаскивает мусор по всей округе. Им не помеха даже мусорные баки с крышками. Весь мусор повытаскивали, растаскали. Ужас. Все же в оккупации чаек есть и позитивные моменты. Например, борьба с грызунами. Обеденный перерыв птицы попал на видео очевидца.
И по традиции о дорогах. Путь в поселок Солнечный лежит через мощный вибромассаж благодаря разбитой дороге. Ощущение от такой поездки на кончиках пальцев, но все же это сомнительное удовольствие. Если в объектив твоей камеры попало что-нибудь интересное, то делись с нами и становись участником выпуска. Видео присылайте в нашу группу WhatsApp, телефон 8 924 850 2662. А на сегодня все. Увидимся через неделю. Пока.